Ну вот трудно себе пару найти, если честно. Вот есть такое спасительное у человека свойство творчества. Ну мало ли где там танцуем, поем, там играем в театре, и в огороде копаемся. У каждого по интересам. И там-то как раз люди собираются по интересам и находят друг друга, потому что ничто так не сближает, как общее творчество. И дальше на 4 дня. Да. Вот. А песня у нас называется «Учебный вальс». Это тоже вот как нашли друг друга, придя учиться в танцкласс. Как ветерок палящий зной, как солнце раннею весной, невинностью бутона роз, меня вы тронули всерьез. За этот облик, коим блеск, застать достойную небес, я имя дам вам, леди стиль, и восхитился прелестью. Глаза, глаза, анфас в анфас, учитель танца ставит нас. Счастливо жребия игрой он ставит пару вас со мной и говорит нам, сняв очки, что мы сегодня новички. Добро пожаловать в танцкласс, сегодня мы разучим вас. Приязнь, возникшая в тот час, решила все лишь грянул вальс. Руки коснуться разрешил и зал качнувший закружил. Какое счастье вести под звуки вальса вас вести. Как ветерок палящий зной, как солнце яркою весной. На-н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 а